В бразильском Рио-де-Жанейро обрушилась построенная к Олимпийским играм велодорожка. По предварительным данным, в результате ЧП погибли 2 человека, еще 3 пострадали. На конструкцию, которая поддерживает велотрек, обрушилась большая волна. Длина рухнувшего участка около 50 метров, общая длина 4 километра. Он проходит вдоль побережья и скал на 10-метровой высоте. Стоимость строительных работ составила почти 13 миллионов долларов. Здесь открывается прекрасный вид. Был выходной день, поэтому на велодорожке находилось особенно много людей. Они отдыхали и фотографировались. А потом случилась эта трагедия. На моих глазах несколько человек смыло водой. Это было страшное зрелище.